надежные трубопроводы, залог бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса. На этом заводе в Цивильском районе выпускают металлоконструкции по заказам ведущих энергохолдингов. Изделия из металла в республике производят десятки предприятий. Большим спросом пользуются стальные отводы. Эти детали необходимы для соединения трубопроводов на месте изгиба инженерных сетей и теплотрасс. Такая арматура должна выдерживать повышенное давление воды. Крайне важный процесс – сварка деталей. Мы говорим, что наша миссия – это нести тепло в жилище домов людей. То есть, когда они, выполняя свою любую работу на каком-то определенном отрезке технологического процесса, они уже понимают, что они делают. Они делают не просто там какой-то сварочный шов, а они делают, что варят шов на 10 лет, через который будет транспортироваться тепло в жилище домов. Очень много в этой отрасли, много таких недобросовестных производителей, с которыми мы вынуждены конкурировать. На сегодняшний день две крупные производственные площадки и плюс одна еще маленькая, скажем так, две площадки это по аутсорсингу, по услуге мы работаем, а больше, наверное, я остановлюсь на нашей собственной площадке, где работает порядка 80 человек, это специалисты и ИТР. В трубопроводах жилищно-коммунальный комплекс нуждается постоянно. География продаж Цивильского завода растет. Выход на новые рынки для бизнесменов – ключевая задача. Это отрасль теплоэнергетического комплекса России. То есть это Москва, Московская область и большие регионы. Это такие города, как Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, где имеются большие тепловые станции. С металлом работают и на этом заводе. В столице региона. Здесь производят конструкции из стали и железобетона для объектов ЖКХ, предприятий и грузоперевозчиков. Объемы заказов на заводе продолжают расти. Бизнесмены получили лицензию на проведение специализированных экспертиз промышленной безопасности. Наша организация занимается основной вид деятельности – экспертиза промышленной безопасности объектов подконтрольных Ростехнадзору. Другое направление – монтаж металлоконструкций и оборудования, в основном тоже на объектах подконтрольных Ростехнадзору. Данной областью деятельности я занимаюсь с 1990 года. Компания ООО «Энергокран», в принципе, это правопреемник начала «Волга-нефтехиммонтажа» Чебоксарского управления. Наша организация сама как ООО «Энергокран» существует с 2002 года. Для этого у нас имеются соответствующие лицензии, разрешения. Предприятия региона должны наращивать географию продаж, создавать высокопроизводительные рабочие места и снижать неэффективные расходы. Все это ключевые задачи национальных проектов. Те регионы, которые понимали, о чем идет речь, они быстро включились и начали быстро демонстрировать хорошие результаты. Это долгая, упорная работа на каждом из этих элементов. И важно понимать, что эта работа, она дает такие два эффекта. Понятно, что эффект здесь и сейчас – это увеличение производительности труда, это увеличение эффективности, прибыльности конкретного предприятия. Но главный эффект, он на самом деле носит долгосрочный характер, и мы сегодня об этом постоянно говорили, увеличение, изменение культуры и сознания людей, менеджмента, собственников, семей этих людей. И этот эффект, он носит очень долгосрочный характер, 5, 10, 15 лет, потому что он входит в культурный код, и у нас в список 15 показателей эффективности региональных властей производительность труда вошла отдельным показателем, понимает, что действительно нужно двигаться в этом направлении, сейчас активность очень серьезно возрастает. Это изменение отношения людей, это не делается просто подписанием приказа.
Ну, так не случайно национальный проект, поэтому и рассчитан не за полгода и не за год, а он сейчас разбит на все 6 лет. И я уверен, честно говоря, что он в 2024 году не закончится, потому что процесс улучшения, он бесконечен. И самое главное, когда люди это начинают чувствовать, у них у самих начинают гореть глаза, и они начинают находить новые инструменты повышения эффективности. Как только ты почувствовал, что это работает, как только ты почувствовал, что от этого и твоя жизнь, и жизнь окружающих меняется, это заразная штука. От дальнейшего развития промышленности во многом зависит рост экономики республики. Здоровая деловая среда региона привлечет крупных инвесторов.